Обуздали аппетиты. Украинским чиновникам отныне запрещено начислять себе баснословные премии. Об этом во время заседания правительства заявил премьер. По словам Владимира Гройсмана, он не намерен одобрять премии госслужащим просто за то, что они ходят на работу. К примеру, как это случилось с «Нафтогазом». В компании решили поднять зарплаты менеджменту в 2,5 раза, увеличив зарплатный фонд до 1,5 миллиардов гривен. За что их резко раскритиковал премьер. В то же время, по словам Гройсмана, достойные премии дадут тем, кто покажет наиболее эффективную работу. 30% это зарплата, 70% можно накрутить чем завгодно. А больше так не будет. Не 70, а можно накрутить и 170, понимаете? И прослідкувати в каждом куточку Украины, кто сколько там накручивается. Треба вгамувати апетити, да, с точки зрения того, что накручивают, зарплата начебто маленькая. А накручують надбавку. Ми зараз все, зарплата і до 30% можеш отримати за, як заохочення, премії там і так далі. Це правильний підхід. Говорили в Кабмине и о ремонте дорог. Для этих целей предусмотрено почти 47 миллиардов гривен. Премьер пообещал, что на трассах появится 1000 освещенных пешеходных переходов и 500 островков безопасности. По мнению Гройсмана, такие меры предотвратят аварии на украинских дорогах.